Добрейшего деньца утреца, я на местах навел культуру быта, прибрался. И начинаем. Снимаем морду, снимаем капот, снимаем мотор. А там по ситуации дальше будем двигаться. Давай, буста! Мне кажется, уже маловато оно. Надо что-нибудь побольше. Работа ведется. Заслужил обед себе. Так, пару лет назад писали мне все: братан, к чугунному коллектору нельзя варить нержавейку, ржавейку, ничего нельзя, отвалиться. Ждем. Ожидаем. Полностью ожидаем. Что мы имеем? Старая ВКшка, новая ВКшка. И тут стартер, кондер, металл, турбина, гаррет и провода. Я так понимаю, стандартные со стакановым компом. Это кто-нибудь купит тоже, я думаю. Фу, теперь нужно тут все разобрать, отсюда все разобрать, поставить сюда. Мотор этот купил в Перми у пацанов с недостройки. Да. На катер его что ли строили? Вода, говно какое-то. Спасибо, пацаны, спасибо, респект вам. Так, ну, под крышками смотрится все культурно. Там местами грибы растут, а вот здесь вот была вода. Видно вам, да? Они вообще открываются, клапана какие-то. О, он даже работает, смотрите, открылся. А бензиком прольем, подожгем, все починится. Как думаете, компрессия есть? Еще один сюрприз. Значит, здесь переваривали поддон. Наверняка его снимали, вряд ли. Прям на моторе варили. Давайте проверим уровень масла. Сука. Не проверяется. Походу зажали этот щуп. Разберемся, прорвемся, будем компрессию мерить. Блять, а у нас маховика нет, как мы будем мерить компрессию? Вот это да, попадалово. Ребятулечки, я домой, позанимался тачками, провел тренировочку. Это была тренировочка а-ля смотрина, тренажки, она же продается. Тренировались, посмотрели, будем подумать. И у меня есть к вам вопрос. Внимание, вопрос. Есть ли среди подписчиков специалист по перешивку, пошивке спортсидушек? Хочу там спортсидушечку одну обновить, переобшить частично.